То есть ты пиво купил безалкогольное, а воду газированную. Ладно, два дня это слишком громко сказано. Сейчас мы идем на автограф-сессию. Завтра посмотрим, как группа готовится к концерту, сам концерт и, возможно, чуть-чуть после концерта. Сейчас смотрим заставку и начинаем. Мы с тобой! Кепка. Не, вот это надо брать. Все, держу по себе. Так, а вдруг у меня маленькая будет? Ты помери. Я думаю, что она тебе даже будет немножко велика. Только тебе надо вот эту снять сначала. Давай, я снимаю. Что? А ну покажи. Там был задран. Сокол. А еще был это котлеров. Ты испортил видео. Сокол, ты это, поближе к началу. К сердцу. Чувствуете? Почему опоздал, рассказывай. 7 уроков, последняя физика. А я гуманитарий. Понятно. Перебивка. Дальше список дел, получается, раскрывается. И я его не заканчиваю. То есть один из этих пунктов не выполнен. Короче, на самом деле, ты все еще в Твери. Скажи что-нибудь клевое. Да. Это не клевое. Если ты выложишь на блог... Подписчики не знакомы с тобой, представляю. Они меня знают. Они тебя видели, но они тебя не знают. Перебивки. Все началось, да. Привет. Привет. Сейчас мы находимся в клубе «Бруклин». Идет подготовка к концерту группы «Ёрш». Смотрим. Новый год! Я как-то по-другому себе представлял панк-рок. Я тоже думал, что это будет опять черт. Если у вас когда-нибудь возникало желание посмотреть на клуб «Бруклин» без людей, то вот. Это не считается. Вот, мои дорогие, мы находимся на саундчеке группы «Ёрш». Вот он. Главное, не начните раньше времени. Блин, ну скажи нормально, что ты тебя заставляю? Давай. Подпишитесь на канал Антона Павлова и нажимайте на колокольчик, и всегда пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Эй, вы самые злые люди на свете! Именно сегодня вы должны подписаться на паблик все свои на Ютубе и всех социальных сетях, чтобы стать добрыми. От жирафа привет! Ничего хорошего здесь не будет. Как так? Нет, ничего хорошего было. Подписывайтесь на канал Антона Павлова, все свои, колокольчики. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики в описании, все нужные ссылки. Теперь ты говори. Я не буду говорить. Говори. Нет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, меня зовут Антон. Как раз на этой песне нужно будет сделать Димин голос.